стоим на светофоре, вон видно горы. Трава зеленая, пару дней прошел дождь, трава зеленая. Ну. А сейчас будет интересно. Ну, красят дорогу, стоим на светофоре, они дорогу красят. Мало было красной краски, добавляют что ли? Нет, здесь с одной стороны была краска, ага. Сейчас сделали... А, да. Здесь очень часто машины вот вылетают туда, вот где-то реклама. Да? Угу. Наконец зеленые. Красят нам дорогу. Мы еще синюю где-то видели, говорят, что это когда лед. Ага, вот они ее красят, моют. Оригинально. Там вот ихняя. Они не моют, они покрывают. Сергей говорит, они не моют, а покрывают каким-то клеем и порошком посыпать. А так быстро уже все это. Чем ниже мы спустимся, тем больше будет на деревьях распущено листьев, правда? Крышу стали делать, металлочерепицы всякие. Так вот. Поселок Газлов, типа выгазую, выкидываю, сливаю, в принципе переводится как слив туалета, да, смех. Вот такое поле интересное, оранжевое, зеленое, да? А даже не знаешь, почему оранжевое? Не знаю тоже, может быть там пшеница была и вот эту покосили, она еще старая, знаешь? Как будто обожгли траву, да? Ну, может быть, не знаю, какие-то кусты расцвевшие. Мы тут один раз видели машину перевернутую на крыше. Как вела крутилась на крыше. Как вела крутилась, а полиция сзади едет и говорит, вы не видели, что случилось? Она ехала просто так. А мы говорим, не видели, видим, что крутится. Видим, что крутится. А там при повороте скорость не по... на скорости, или, как говорит Сергей, колесо приспущенное было, или что. Его занесло, потому что такой серпантиновый поворотик. Вот так вот. Да, дуванчики уже цветут. Вон в кюветиках. По-чешски прикоп. Хорошее слово, прикоп, прикопали, да? Тут вот интересный дорожный такой пенсиончик маленький. Всегда у него люди, он вкусно варит. Яблони, видимо, черешни цветут. Первыми тут начинают цвести черешни. Потом уже другие. Это все черешни первые.